Виктория Александрова из Чистополя впервые приехала на молодежный форум «Иволга», чтобы представить свой проект, созданный за 2 года работы в команде. Виктория хочет поделиться разработкой в сфере академии «Туризм», направленной на просвещение молодежи и студентов в сфере наследия ее родного региона. Надеется, что проект получит положительную оценку и ей удастся его реализовать. Мы будем создавать мастер-классы и показывать даже где-то мастер-классы, используя историю культурного наследия города Джукитао. Он тесно связан с историей древней Булгарии, с украшениями, с глиняной посудой и с другими предметами. На самом деле очень рада, что попала на этот форум. Он является таким масштабным, каким не могла бы себе представить просто. То есть этот форум объединяет людей со всей России. Екатерина Косолапова приехала на Всероссийский молодежный форум «Иволга» из Пензы. Хочет представить свой проект «Вместе всем весело», направленный на изучение культуры разных республик в формате игры для детей и их родителей. Надеется одержать победу и реализовать свой проект. Формат у нас «Новый день равно новая национальность». Будут конкурсные программы, кухня, народные костюмы и информационные презентации. В этом году на молодежном форуме «Иволга» впервые будет работать детская дирекция. Ее задача – поддерживать оргкомитет и помогать в создании и проведении мероприятий. Это прекрасная возможность самым активным ребятам со всей страны познакомиться с ролью организатора на форуме, увидеть, как это, что он делает. Каждый из нас, например, я являюсь специалистом по культурно-досуговой программе, и у меня очень важная часть, я буду работать за сценой и помогать с организацией номеров. На Иволгу всей семьей. Так звучит главный девиз форума этого года. Он созвучен с объявленным президентом Владимиром Путиным годом семьи в России. 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы школьников и студентов, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем. Это потрясающая энергетика. Те Иволги, которые здесь проходили, они очень интересны, полезны, содержательны и действительно дают и знания, и импульс для трамплина наших самых талантливых ребят в будущее. Вечером участников форума ожидала насыщенная концертная программа, где для них выступили танцевальные и вокальные коллективы. Августина Охременко, Константин Головин, «События».